Два белых батона не надо покупать, потому что вот видите, что с ними происходит. Начинают плесневеть. Вот. Потому что Владик, он больше любит такой вот хлеб бородинский черный. Я вообще хлеб не ем. И вот видите, что он происходит. Вот два купили, а у них срок годности ограничен, там где-то 3 дня, что ли. И вот они больше, чем 3 дня, и вот заплеснели.